привет! Вы на канале Савельчик. И в этом видео я разберу яйцо, камень, ножницы, бумага из предыдущего видео. Я ее обратно упаковал. Сейчас достану. Вот оно. Коробка не нужна. Сейчас буду ее открывать. Так, откручивайся. А, я не в ту сторону крутил. Сейчас. Откручу. Аккуратно. Вот. Теперь с другой стороны. Тоже откручиваю. Так. Открутил. Открываю. Аккуратно. Ага. А как это работает? Так, вот это устройство. То есть получается. А как это работает? То есть я нажимаю на кнопку. Она передвигается вперед. Зажимает пружину. Которая как-то раскручивает это колесо. Ладно. Сейчас попробую запустить камень, ножницы, бумага без одной стороны. То есть получается. А, я понял. То есть пружина, она нужна просто, чтобы кнопка не шаталась. Понял. Тут все устройство вот в этом. Здесь есть вон маленький штырек. Вон. И когда пружина зажимается, то есть кнопка надавливается, то эта палочка, на которой держится колесо, она скатывается вниз. Вот, теперь я понял. Как оно может крутиться долго, я не понял. Ну, в общем, вот. Вот. Как-то вот так работает. Да. Ну, все. Сейчас быстренько соберу обратно. И проверю, что она работает. Я собрала обратно яйцо. Оно работает. Правда, я не понимаю, как оно может так долго крутиться. Потому что там может сделать только один оборот. Возможно, на это как-то влияет пружина. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ждите нового видео. Пока!